Новый выставочный проект Рязанского художественного музея – продолжение сотрудничества с коллекционером, почетным членом Российской академии художеств Александром Юрьевичем Ворониным. В этот раз экспозиция предлагает рязанскому зрителю знакомство с творческими поисками современного художника, органично продолжающего традиции авангардного искусства начала XX века – Евгения Бриммерберга. В живописи Евгения Бриммерберга стремление охватить полноту всех возможных форм бытия находит воплощение во вдумчивом исследовании ключевых художественных явлений XX века. Абстрактный экспрессионизм и кубизм, сюрреалистические опыты, рассудочность геометрических композиций входят в основу творческого метода художника, не подменяя при этом собственно авторской позиции. Евгений Бриммерберг проживает в России, но это достаточно закрытая фигура. В интернете можно много найти его философских эссе. Он очень любопытный автор, очень сложный для неподготовленной публики. У него есть своя аудитория, как у писателя, так и у художника. Творческий подход Бриммерберга обусловлен поисками в сфере философии искусства. В этом смысле живописные произведения – формальное воплощение обобщающих идей автора и его мировоззренческой концепции. В условном мире холста формируется энергетически наполненная среда, исключающая всякие пространственные и временные ориентиры. Если зритель, который приходит в музей, и который все-таки является достаточно подготовленным с тем, чтобы воспринимать произведения современного искусства, смотрит эту выставку, он прежде всего ощущает подъем оптимизма, веселья, потому что действительно яркие, радостные, неожиданные геометрические сочетания этих произведений, когда художник работает с пятном. Творчество Евгения Бриммерберга убедительно показывает родственность, но не тождественность художественных процессов начала 20-го и начала 21-го веков, связанных в историческом пространстве. Экспозицию выставки составляют более 40 произведений автора, приглашающих зрителя к знакомству с личностью художника, суммой его живописных опытов и философских находок. Выставка будет работать по 10 сентября.